А я, поскольку, типа, только-только начала записывать, поэтому давай, типа, оп, и мы тебя встретили только что. Подожди, сейчас. Ну. О, привет! Привет! Всем привет! С вами снова я, Лиза, и сегодня со мной Ксюша. Опять. Скажи привет. Не опять, а снова. Снова. Привет. Вот сегодня мы снимаем видео о Мегал. Надеюсь, вам понравится это видео. Ты ноготь сломала. Приступим. Ну что, давай, как дела? Хорошо. А с какого ты города? Я из Саратова. Саратов. Это какая разница по времени? Часов 6, пять. Одна минута вроде бы. Одна минута? Одна минута? Часов 6-5. А давно ты меня смотришь вообще? Да. У тебя еще был тогда старый канал. Ты смотрел наше видео X-Challenge? Вот это вот! Пока. Пока. Спасибо. Пожалуйста. Нет, что? Тут зеркальное отражение. Я, видишь, хочу поправить вот эту прядь, я поправляю вот эту. О! О! Я из Мадрид. Ну, да, ты зависла. Ты завис. О, ты развисла. Включи звук, включи. Боже мой! О, все, есть. Ты опять зависла. Что с этим человеком не так? На самом деле, вот я. Экзорциста! Я не знаю, слышишь ты меня или нет, но на самом деле у меня очень-очень тормозит качество тебя. Вы что? Нет. Что? Лиза. Привет. Кто я? Подожди, ты знаешь, кто я? Сейчас, вроде бы, сейчас. Все, не снимаешь ты больше со мной видео, значит, я отказываюсь. Я не помню, как зовут просто. А видео какое мы ты снимали? Ты испортила ее репутацию, она больше со мной видео снимать не будет, все. Про ты ела еще еду эту какашечную. Это было год назад, ты помнишь эти видео? Да. Вообще-то еще недавно было. А ты из какого города? Какого? Тихо, тихо. Какого? Томск, Томск. Томск. Да, вообще. Давай сделаем вид, что мы не настоящие. А-а-а! Ты чайник закипел! У нее чайник закипел! Как меня зовут? Заторможенный. Стоп, подожди. Так, успокойся. Вдох-выдох, и мы опять играем в любимых. Офигеть, офигеть. Офигеть. Это как меня зовут? Спасибо. Как ее зовут? Слушай. Да! Да, хоть кто-то знает мое имя, блин! Ты блин, так жалко, что многие, знаешь, камеры тормозит, это так фигово. Но я тебя люблю. Я тебя тоже очень. Меня тоже любят. Я не одна в этом мире. Пошли вопрос. Да. Самый безбашенный поступок. Самый безбашенный поступок. Однажды я крутила своего брата, и он отлетел в телевизор. Мама кричала. Она сказала, ты убила своего брата! Ты покалечила моего сына, скотина! Как часто в Маке бывает? В Маке? Не, в Маке последний раз было где-то полгода назад, а потому что... А что ты видишь, что недавно было? Недавно. Когда с тобой в Москве встречалась. Так я не ела там. А, когда именно? С тобой ели, было... Мы ели где-то летом с Ксюшей, вот как раз. Мы ели в Маке. Я просто ночью на него молюсь, на самом деле, а так я... Девочка, похудинчик. Мне кажется, мы опоздали. Все, все. Подожди, вопрос. Почему ты от птички не знаешь, как меня зовут? Я не знаю. Ты очень классная, я вообще... Спасибо, спасибо. Я так рада тебя видеть. Я тоже. Я из Москвы. Я тоже из Москвы. И она из Москвы. Логично, правда, если мы сидим в Москве в одной квартире? Вот эту девочку мы ждем, на самом деле. Очень. Зачем? Она меня любит, она написала. Лиза! Да, привет! Блин, я так рада, что вас встретила. На самом деле, я только что, короче, показывала в камеру... Где мой телефон? Я только что, короче, показывала в камеру, ну, когда снимала Омегал, опять этот звук. Я показывала фотку твою и писала, и говорила, типа, я хочу встретить эту девочку. Показывала вот эту фотку. Это ж ты, да? И говорила, я хочу ее увидеть! Почему?
Ну не знаю, просто ты писала там много. Я из Санкт-Петербурга. А, прикольненько. А сколько тебе лет? Мне 15. Мне тоже сегодня 15. Какая погода сегодня? У нас жесткий ветер и очень холодно. У вас? У нас тоже ужасный ветер. Что? Нету. Что? Привет! Привет! Что это? Да, да, можно, да. Го. Давай. Как ее зовут? А мне кажется, она знает. Нет, ее. Как ты думаешь, как ее зовут? Такая. Красавчик. Ты ее знаешь. Молодец. Ты из какого города? Я просто тебя буду спрашивать, мне неинтересно, какая у меня аудитория. Ступина. А сколько тебе лет? Мне кажется, 13. 14. 13. Я экстрасекс. В общем, ладно, мы побежали дальше. Я очень люблю вас всех. Пока-пока. Тихо. Это опять тот чувак, который там мое эхо там отражал. Она переключила сама. Гага, я в гузная газа с гамочками. Лиза, я рад. Ты мальчик? Ты мальчик? Да, ты первый мальчик. Как меня зовут? Как ее зовут? Красавчик. Красавчик, ты все знаешь. Подожди, а как ты думаешь... Ой, точнее, как ты думаешь, из какого-то города? Как думаешь, из какого-то города? Он из Москвы, ему из Москвы. А может, я 16, а? Стой. Стою! Да, на 17. Лиза? Нет. Да я. Привет. Она не знает, какого вопроса задать. Как меня зовут? Как ее зовут? Как вот девочку зовут со мной рядом? Как ее зовут? По-моему, я падаю. Нет, только это обидно. А, стоп. Стоп. Оп! Ты конченый. Как я зовут? Ее. Меня. My name is. Она пишет. Да! Ура! Меня смотрят люди! Она меня переключила! Привет! Да! Круто, я посмотрю. Ура! Ты из какого города? Я из Новодвинска. А сколько тебе лет? 15. Ты сегодня тоже 15. Ты умрёшь-то? А? Ты умрёшь. Нет, мне 18 исполнилось. Я 16. Как она знает? В общем, мы надеемся, что вам... О, у вас у меня второй подбородок был. В общем, мы надеемся, что вам понравилось это видео. Если так, то поставьте ему палец вверх. Ждите новых выпусков Омегал, потому что я надеюсь, что я еще буду их снимать. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем пока.